Ребятки, всем привет! Сегодня суббота. Я с утра сделала тесто, навела на блины. Блинчики на кефире. Сейчас сделаю масло и начну выпекать на двух сковородках. Масло я делаю вот так, открываю пачку, я уже показывала. И вот так потом обмазываю блинчики. Щух-щух-щух-щух. Все, у меня все готово. На блины. Вот такая красота. Вот такая вкуснота. И вот так, ребятки, смазываю. Обожаю такие, чтобы они были слегка поджарены. Можно и не слегка. Вот так. Обильно смазываю маслечком сливочным. И чаечек маме. Вкусно, мам, блинчики? Угу. Со сметанкой. Приятного аппетита. Вкусно очень. Приятного аппетита. Салфеточку сейчас дам. Ребят, всем привет, всем доброе утро. Мы сегодня решили остаться дома. В прошлый раз, знаете, как получилось? В комментариях написали: Люба, ты обработала, и, наверное, все, уже дождь смыл. У меня получилось так, что вот я обработала, а на следующий день мы поехали в Краснодар, и через день пошел ливень. То есть успела. Но смотрите, вот это написали белокрылка, ее уничтожить практически невозможно. Вот она свои яйца здесь оставляет, и видите, вот они. Вот они все живые. Видите, вот они. Они вот, это не ветер. Они вот так скачут, прыгают. Может, кирдыкнулись. Ну, не знаю. Вот так вот под листьями. Видите, вот они. Белые. Ну, я здесь заливала, ребятки, очень сильно прям заливала. Не знаю, живые, не живые. Подействовала, не подействовала. Я сейчас скажу, подействовала или нет. Нет, ничего не подействовало. И вот женщина написала в комментариях: Люба, я тебе писала, что практически невозможно ее убрать. Рома собирает сливу. Всем привет. Всем привет. Ну, это дикая слива, Алча, на компот. Вот она. Ром, ты одну, это, так не рви, а то она будет осыпаться. Видите, вот здесь уже осыпалась, как Басенька с нами. И вот так собираю, Рома, сейчас компоты сделаю. Саня у нас там что-то чем-то занимается. А что за звук? Это у кого такой звук? У нас? Нет. А у кого? А, у нас? Да. А что это за звук такой? Ёшкин кот, а ты куда ее выкачиваешь? Подожди. Да, в огород. Ну можно же в деревья же это сделать. А сколько дождь прошел сильно? Какая разница, а куда ты в огород это выкачиваешь? Что полопается? Все плоды полопаются. Воды. А где ты видишь плоды? Вон груша. Ну хорошо, не груша. Элементарно. Вот здесь виноград залить, деревья залить. Куда столько воды? Там столько воды. Я вот сейчас чищу. Там грязь. А это что в таком состоянии валяется? В глине, в грязи? Вы что делаете? Мы помоем сейчас. Ну можно не мыть, а сразу убирать наверх. Нет, мы потом все подгомоем, все сделаем. Видите, что здесь творится? Джунгли. Джунгли, да. А когда эти джунгли все? Всеми днями только в Краснодаре. Ой, ужас какой. Что-то мне это не нравится, вот это вот. А дырка не будет в бассейне для него? Может, его на что-то надо положить, Саня? Смотрите, что делать. Взял, вот сюда просто поставил, оно уже там все замоется, что-то вымоет. Тут же дырень будет под этим местом. Тут же дырка будет. Ну, направь ты это на смородину, на деревья. Что же вот так-то? Вода-то просто так идет. Тут все сохнет. Вон. На эту же смородину направь. Правильно? Все высыхает, все горит. Видите, что? Вот он недавно все и зачищал. Конца и края нет. Персики еще зеленые. Персики еще зеленые. Вот персиков мало. Вот на эту же смородину, правильно?
Так. Вот здесь все вычистили. Все чисто. Ой, делов выше крыши. Вот эти пленки тоже надо убрать все здесь. Все, потом Вера здесь все заметет. Намело. Ребятки, всем привет. Всем привет. Это уже следующий день. Мы приехали, маму утром накормили, дети еще спят. Мы как партизаны приехали забрать анализы. Раньше вот этот КДЛ можно было через интернет, вот на телефон приходит смс-ка, а сейчас что-то нельзя. Нельзя, не работает эта система. Надо самим ехать и забирать. Ну, вот мы приехали, заберем сейчас. Все, мы приехали сюда на рынок. Что мы хотим? Здесь лепешки взять? Ну, овощи, наверное. Кукси хотите? Кукси, да. Жарко так кукси, ну, да? Кукси, ну, там капуста собрать. Есть у нас, надо огурцы взять. Этот, помидоры. Помидоры взять. Посмотрим, почем здесь, сколько стоит. Ну, туда надо въехать. Там, наверное, машин будет мало, потому что все уже станет. Саня, подожди, стоп. Там эти много. Это, господи, говорю, что не знаю. Отвлеклась на вот эта вот машина. Препятствие вот это вот. Сейчас, ребятки, проедем, тут люди. 10:27, заехали. Цветочников уже мало, из-за этого здесь посвободнее сейчас. Цветочников все уже практически никого нет. Так бы на этом месте все цветочники стояли бы. Здесь посуда продается. Смотрите, какой маленький. Моя Геракла рука. Смотрите, какой. Ну вот это зачем, да, вот это, Сань? А? Зачем вот это вот? Посуда уже не пойдет. Ну ладно. Почему? Тут везде она пойдет. Электрическая посудомойка, духовой газ, стеклокерамическая плита. Пожалуйста. Маме вот такую кофточку в школе увидели. Классная. И штаны могу подобрать, кстати. Угу. Есть. А там в школе надо форму специальную? Нет, там у них форма будет специальная. Давай сам мери. На себя прикинь, надо было Рому с собой взять. Я понял. Сейчас посмотрим. Роме будет нормально. Если точно? Она, да, да, вам она, большая, она мне большая. А ему будет хорошо. Ну как, ну хоть то есть, будет хорошо ему, да? Ему, да, ему будет хорошо. А что, тебе большая? Мне кажется, нормально ему. Не, ему большая плечо. Да? И тут смотрите. Да? А ему будет хорошо, да? Ему будет хорошо. Ага, ну давай. Да. Костюм хотим посмотреть, Роме. Роме такой костюм обалденный взяли. Тут в павильоне они стоят дороже в полтора раза. А здесь такая точка. Но здесь вот шорты и футболка 3000. 3 с чем-то продавали, уступили. 3, да? 3200 продавали, за 3 отдали. А в павильоне там они дороже намного. Качество обалденное просто. Вот суперское. И носков ребятки набрали, знаете как? Вера, смотрите, какие носки купили. Ну, там носков мало. Смотрите, какие Вера носки купили. Ладно, сейчас покажем. Смотрите, ребятки. Смотрите, какие носки. Там две пачки осталось только. ММДС, Баути, Марс. Все вкусняшки. Да, Пепси, а это еще Хо-Бу-Бу какой-то. Сникерс, Фанта, Нутелла, Орео, Киткат. По 50 рублей, ребятки. 10 пар носков на 1000 рублей. Вообще супер цена. Сейчас поставим сумки там. И Саня взяли кофту классную. Ну, батничек. Не, мы взяли 20 пар. 20 пар носков? Да. 10 пар мужских. Да, и 10 пар. Верочки. Давай, 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 давай. Вкусняшки горячие. О, новые пирожки, слышите? Здрасте. Смотри, какие появились, да, круглые. Запас. Ага. Да, заказ самса 80 рублей. Сочники 50 рублей. А, самса 100 рублей. 100 и 80. Лепешки по 30. Тандыр самса. Вот тандыр поменяли здесь. Другой большой стал. Вкуснятина. Вкуснятины набрали. Какие эти? И, ребятки, здесь цены космос. Дыни, да? Но они невкусные. Обалденная кукуруза. Смотрите, какая она огромная. На рынке. Вот это по 25 рублей, это по 30. Ее мы сейчас сырую, да, Сань, съели? Но она сладкая. Она сладкая прям. Шикарная, шикарная кукуруза. Возьмем? Давай. Молочная прям. Смотри, какая сладкая. Mm-hmm. Давай возьмем. Так. Вот. 5. 6. Червяков нет, вся чистая. 6.
7. Так, что? Вот прям молочненькая, да? 8. 9. И вот это 10. Взяли кукурузу. Какая она сладкая, вкусная. Ребятки, здесь огурцы по 130 рублей килограмм. А которые мятые, 100. Цена космос. Один перчик 20 рублей. Один. Короче, все. Мы там у нас возьмем огурцы. Да? Угу. Такая. Ну, вот они такие вот корейские, да, это? Угу. Да, вот это да. Так, такая бежевая. Так. Мне у вот самой вот черная. Мне и очень черная. Нравилась. А в какую цену они? 3300. Мне тоже черная нравится. Мне черная нравится, и вот это нравится. Просто черная, она подо все. Но вот эти вот они как бы уже были, квадратная форма, а вот это прям совсем новинки. Вот это, если штучка, если что, снимается. Там дополнительный кармашек. Смотрите, здесь все в одном, а здесь делится на две. Вот видите? Что. Да, вот а если что. Вы не хотите, чтобы было в одном, все, допустим, как у вас, то лучше брать по отдельности. Вот так, смотрите, здесь будет отдельно, и здесь отдельно. Кармашки по бокам. И быстрого доступа 2 получается снаружи. Вот. Цвет, в принципе, тоже такой. Все классные. Они все классные. А вот еще какая, смотрите, интересная тоже. Она будет мягкая? Смотрите, мягкая будет тоже, она как моя, да? Держит, но она будет около вашей. Примерно как моя, да? Чтобы найти, что-то надо искать долго-долго. И какую цену она? 3400. 3400. Ну, она симпатичная такая прям. Она у вас одна? Прям классненькая такая. Я бы сейчас у вас здесь сумок набрала бы, честно. Набираем. Давайте то, что как мы выбрали. Смотрите, здесь тоже есть спортивный ремешок. Зря вы ее так. Вот здесь на два отдела, не так, как там. Смотрите. Один общий. Здесь карман. Под молнией один кармашек. И если вам, допустим, нужно что-то положить формата А4, например, вы ее можете вот так сделать. Она меняет форму. Ну, она какая-то такая, да, вот. Ну, вот, ну, вот я не знаю, как ну, назвать. Ну, не ваша, да? Не мое, да. А вообще моё. Она клевая. У меня их очень хорошо разобрали. Красненькая осталась одна. Классненькая, но мне вот это больше нравится. Саня, тебе? Мерите, смотрите, вон зеркало. Нет? А? Нравится. Мне вот честно она. А что еще сейчас еще посмотрим? Симпатичный это цвет, красивый. Итальянский бренд Fabiano. Носится так. Тоже достаточно. Вы эту красную не убирайте. А вот эту, ну-ка, открой. Смотреть, что там. Там и подклада. А хорошая. Она в какую цену? Ну, она будет подороже, по-моему, там. Сейчас скажу. Сам бренд не дешевый. 4200. Ага. Вот эти я две сумки себе взяла. Вот эту черную. Она классная. И вот эту красную. Суперская. Все? Давайте, да. В этот раз в комментариях сказали, почему, Саша, ты ходишь в женскую сумку берешь? Почему ты берешь и несешь сумку? Саня, объясни, пожалуйста. А? Сейчас у тебя три сумки, Сань. Какая разница? Бред, да? Едем домой. 37 градусов. Город Майкоп, столица Адыгеи. Детки наши родились здесь. А там впереди Шавгеновский мост. Мы приехали в Богатырь, станете, смотрите, сколько арбузов много. Здесь огурчики по 65. Арбузы по 17. Может, возьмем, Саня, арбузик или как? А? Давай дыня съедим, а потом арбуз, да? Ну а что там? Ой, Сань, давай возьмем арбуз. Они так звенят хорошо. Давай возьмем. Как хорошо звенит. А? Звонкий наоборот. Глухой это шиндермындер.
А куда ты такое берешь громилу? У нас места нет. Сейчас еще кукси будем делать, вообще будет пердык-пердык. Я говорю, давай попробуем. Нет. Вон тот побей в углу. Он прям такой звон у него хороший. А? Он не спелый. Как не спелый? Ну давай, сами выберем спелый. О, авторские права. О, на 128 рублей арбуз. Болгарский по 35, идеальный. Сейчас возьму. Зашли в магазин колбасник, взяли колбаску, финский сервелат и томатную пасту кубаночка. Да, по 60 шли хорошие помидорки. Такие розовые. Плотненькие надо взять. Давай. Смотрите, что делают под Нутеллу, да? А-ля Нутелла. Но это не Нутелла, это функ... Это как... Делина. Манделина. Что она там? 300 рублей. Банан с лесным... Вот как будто, да, вот... Что, нет своего ума, да, сделать вот, да, под этот? Под свой знак, да? А издалека идешь, кажется, вот новинка у этой... Какая она не... Вот наша коровка сделали, а вот она наша. А это вот издалека идешь и думаешь, что это Нутелла, да? Что нам надо? Мы взяли лапшу. Так, попить... Попить. Смотрите, что мы взяли. Какие-то новинки. Лам какой-то. Лам. Лам-мам. Немецкое качество. Альпийская свежесть. И цветочный бриз. Я вот беру две штуки. Цена сейчас на него акция. Видите, одна штука осталась. Одна. Хорошая будет, скажу. Нехорошая, значит, скажу, ребятки. Брать или нет. Ну, вот магните мы семейным. Попробуем, да. Так, Рома помогает сумки заносить. Вера помогла. Вера, включи свет. Надень. Сейчас маме покажу, какие сумки взяли. А то они у меня вообще уже прохудились. Так. Вот такая черная. Вера, помоги мне. Вот. Вау. Корейская сумка. Она можно и как рюкзак, и так ее носить. Удобно, хорошо. Сейчас я выключу телек. А это в магните бесплатно дали. И вот второй. Держи пакет. А это побольше. Вот такая. Хорошая. Да. И тоже с ремешками. Они не кожаные, но у них классная вот эта кожа зам. Вот это на твою похоже. Да, она на мою похожа, но она более вот такая устойчивая спинка. И к ней идут вот ремешки, к этой сумке. Ну, красная и вот такая. И здесь вообще, по-моему, три ремешка идут. А мой нравится? Нравится, потому что у меня уже сумка, мам, уже, ну, не, уже стыдно выйти. Да, вот. Да, да. Такой ремешок под рюкзак. Вот, и еще на бок. Вот. Молодец. Такие вот сумки. Ничего? Молодец. Симпатичные? Хороший, вот эти, да. Правда, шиндер-мындры, вот эти вот всякие. Ну ладно. Ну, вот. Вот такие сумочки. И здесь вот идет. Молодец. Вот так вот. Сейчас покажу Роме, что взяли. Так, дверь закрывать хорошо. Кондиционер включен. Так, это мы здесь носков набрали. Носков набрали. Так, а это сейчас покажу. Так, это Роме. Вот такой батничек за 1400. Вот он. В школу. Ну вот, рукавчик вот такой. Качество вообще суперское. Аккуратный пошив такая. Ну вот прям вот каждая строчечка. Футболка Пола 1400. Ну вот такая футболочка Пола. И надо сразу сполоснуть. Нет, это мы в Краснодаре полоскать будем. Так, это Саня футболка за 1700. Тоже очень хорошо сидит. Они такие качества, у них прям вот, ну, вообще класс. Кто шьет, я не знаю. Вот просто все строчечки, все вот просто вот идеально. Никаких ниточек, ничего. Вот просто супер. Так, и вот. А это, так, Турция. И вот такой костюм Роме. Так, тоже он Adidas идет. 2XL. Вот сюда разложи. Ну, ладно, покажи, мань. Футболка. Футболка вот такая. Ром, сейчас померяешь. Футболка тебе такая. И шорты. Красавчик. Так, и шорты. Так, красавчик. А да. Это еще больше. Шорты тоже 2XL. Вот. Иди, мери. Какие? Мери. Классная ткань вообще, да? Вот этот костюм вообще суперский. Все? Хорошие сумочки? Да, да, да. Все хорошее? А Вера носков взяли. Сейчас она увидела, аж визжала от радости. Сейчас все разберем. Пить хочу, не могу. Ага, сейчас попью. Сейчас все разберем. Здесь. И кукси начнем готовить. Ой, красавчик. Хорошо, хорошо. Хорошо. Качество, ребятки, вообще супер.
Супер. Турция делает все как раз. Ни ниточки, ни шмиточки. Супер. И футболка не длинная. Нравится? Да. О, красавчик, 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 да, мам? Красавчик. Молодец. Покажи. Ну. Вообще прикольно. Ну-ка, ставим возле папы рядом. Больше папа. Да. Рома, давай покажи, где там твоя вторая. Пола, мола, шмола. Давай. Рома. Мусеньки, жарко, девочки. Вот, отлично. Отлично. А папа надел, ему было большое. Да? Ну, да. Я же говорю, ему будет хорошо. Ему будет хорошо. Отлично. Отлично. Ой, жарко как, да? Повернись, повернись, повернись. Бабушке покажи. Бабушка, вот. Бабушка. Бабушка. Хорошо? Молодец. Хорошо? Да. Красавчик. Отлично, отлично. Красавчик. Шо здесь у нас, Верочка? Тебе нравится? Да, спасибо. Вера как увидела, говорит, какие носки. Какие носки. Хобби, что за юлькеры? Я знаю, что Турция, а что хобби, я не знаю. Вера, тебе Орео, да, больше всего понравилось? Мне больше всего Нутелла понравилось. Орео. А что Сникерс такой скудненький, да? Сникерс просто. Марс вот похожий. Фанта, мне Фанта понравилась. Она прям вот такая мне... Фанта прям. Фанта понравилась? Фанта. Мне Фанта и Нутелла понравилась. Киткат. А мне Орео. Орео? Ну да, вот. Орео тоже M&M's. Орео симпатичные. И Пепси. Да все хорошие. Они, все видишь, резиночки. Они все разные. Где-то резиночка такая, где вот такая. Да. Классно. Я вообще все вот это знаю, кроме вот этих фиолетовых. Я не знаю. Ага, я тоже. А что тут сидит вот это? Эй! Жирка. Эй! Жирка. Эй, жирочек! Кс-кс-кс. Сань, да отойди, не приставай к животным. Ой. Ой, ой, ой. Не любит, когда его трогать. Не любит. Жирка. Жирка не любит. Жирка не любит. Не любит жирка. Вы представляете, второй день меня вырубает. Вот после Краснодара вообще вот настолько состояние ужасное. И второй день меня просто вырубает. Я только проснулась, и то меня Саня разбудил. Я ему сказала, если вдруг меня вырубит, буди меня. Время уже... Ребятки, 8 часов. Смотрите, температура 31. Это невыносимо. Духота такая. Что тут? Что? Что? Ну, телефон. Ну, давай, вот. Кошмар просто какой. Всю малинку, смотрю, залили. Под навесом все, ну, тоже полили. Кондер врубленный. Просто кошмар какой. Как жарко, ребятки. Душно. А я решила сделать кукси. Вот обжариваю сейчас. Делаю чуми. У меня помидоры. Что там? Огурцы уже готовы. Капуста. Вот сейчас буду делать мясо с перцем и с помидорами. Вкусняшка будет. Капуста готова, Саня отжал. И огурцы готовы, Саня тоже отжал. Это у меня здесь зелень. Так, а сюда помидоры. Казан поставили на лапшу. Все это сейчас, ребятки, будет так вкусно, так ароматно. Куксимури уже в холодильнике. Это просто, ребятки, оттас, как вкусно. Вот это вот просто можно есть. Хлебушком. Нямка. Пусть на большом огне все это обжаривается. Вот, помидор дал сок. Ой, ребятки, как вкусно будет. Еще зелень, чеснок. Пусть на большом огне все это жарится. Так, капуста готова и огурцы тоже готовы. Все. Все готово. Правда, еще кипяток. Нужно, чтобы все остыло, а так все готово. Очень вкусно.